Вы что, не знаете Путина? Все, что он делает, это в любом случае ударит в первую очередь по жителям России. Почему вы должны тратить деньги на людей, которые живут в другой стране? 여러분, 안녕하십니까? 라이준입니다. 제가 이번에는 러시아 사람들은 지금 우크라이나 돈바스에서 벌어지고 있는 사태에 대해서 어떻게 생각하는지에 대한 인터뷰 영상을 좀 가져와 봤는데 일단은 좀 시작하기 앞서 좀 말씀드리고 싶은 게 제가 이 전 영상에 이제 푸틴 대통령의 이제 연설을 번역을 해서 올렸잖아요. 근데 그거를 굉장히 부정적으로 보시는 분들이 좀 많이 계시더라고요. 이제 제가 뭐 전쟁을 지지하는 것처럼 그렇게 생각하시는 것 같은데 절대 그런 건 아니고 뭐 제목이 문제가 있다라고 말씀하시는 분도 계시더라고요. 근데 그 뭐 후덜덜 뭐 이렇게 쓴 게 그 뭐 푸틴 대통령 연설이 멋있다 그게 아니라 뒤쪽을 여러분들이 보시면 아시겠지만은 이 사태에 뭐 개입하려고 하는 뭐 다른 자들은 뭐 각오를 해야 된다. 역사상 한 번도 겪어본 적이 없는 일을 겪게 만들어주겠다. 뭐 이런 식으로 발언을 해서 그런 게 이제 후덜덜한 발언이라고 그렇게 말씀을 드린 거고 뭐 절대 전쟁을 뭐 지지하거나 뭐 침략을 옹호하거나 뭐 그런 의도는 전혀 없음을 일단 말씀드리고요. 그리고 지금 이제 시작하는 영상은 인터뷰 영상이라 가지고 그 맨 처음 질문에 대해서 제가 간략하게 좀 말씀을 드려야 될 것 같아요. 일단 이 돈바스는 우크라이나 동부에 위치한 지역인데 여기에 이제 도네츠크 인민공화국의 북쪽 지역 그리고 루간스크 인민공화국의 남쪽 지역이 이렇게 포함되어 있는 지역이에요. 이 2014년에 이제 크림반도 병합했을 때랑 굉장히 좀 비슷한 양상이라고 좀 많이들 얘기를 하는데 그 당시에 이제 크림 공화국에 친러 성향의 세력들이 이제 권력을 잡고서 러시아한테 치안 유지를 명목으로 이제 군사를 보내달라고 요청을 했어요. 그리고 그 뒤에 이제 주민 투표를 해가지고 뭐 98%인가 뭐 99%인가 뭐 이제 찬성을 해서 합병을 했다. 예, 뭐 이런 일이 있었는데 뭐 실제로 공정하게 이제 투표가 진행된 건지는 잘 모르겠습니다만 하여튼 근데 그때도 이제 국제사회의 비판을 굉장히 좀 많이 받았었죠. 그 과정이 좀 올바르지 못했다. 뭐 일단은 군사적으로 압박을 가했으니까 그런 부분은 이제 정당화되지 못하는 부분이다라고 이제 국제사회의 비판을 많이 받았고 그리고 그 일 때문에 이제 서방의 이제 제재를 굉장히 많이 받았어요. 환율도 똥망해가지고 이제 그 루블 막 반타작 나고 그랬었거든요. 어쨌든 이 크림반도가 이제 러시아로 편입이 되고 나서 그 도네츠크 공화국, 루간스크 공화국도 같은 해에 자기네들도 러시아에 편입되고 싶다라고 이제 의사를 밝혔어요. 자기도 독립을 해서 러시아에 편입되고 싶다. 그게 이제 뭐 국제사회 속에서 이제 받아들여지지 않아서 그쪽은 아직까지도 이제 8년, 지난 8년 동안 계속 이 분쟁이 있었다고 해요. 그런데 이번에 푸틴 대통령이 그 이제 두 공화국의 독립을 승인을 하는데 이제 사인을 했습니다. 그리고 그 명분으로 이제 또 군사를 그쪽으로 파견을 하는 건데 여기서 이제 나오는 질문이 이거예요. 그 돈바스 지역에 있는 사람들을 구출을 하기 위해서 50억 루블을 예산을 투입을 하겠다라고 한 건데 그게 원화로 치면은 지금 환율로 한 750억 정도 될 거예요. 그래도 이게 적지 않은 돈인데 이거에 대해서 러시아 사람들은 어떻게 생각하느냐라는 질문으로 이 영상을 시작을 하거든요. 근데 이 설명을 미리 안 드리면은 갑자기 뭔 돈 얘기야? 뭐 이렇게 할 수도 있어가지고 제가 짧게 먼저 설명을 드렸습니다. 그럼 일단은 세 가지 질문인데 뭐 마지막에 이제 전쟁 관련해서 어떻게 생각하느냐 뭐 이런 질문도 있으니까 일단 영상 같이 한번 쭉 보도록 하시죠. Путин подписал указ о том, чтобы беженцам Донбасса выделили 5 миллиардов рублей, при том, что россияне сейчас находятся на 10-летнем минимуме покупательной способности. Что вы об этом думаете? Негативно, конечно, думаю. Почему? Но у нас есть куча других проблем, которые нужно решать, а проблема Донбасса – это искусственно созданная этим режимом проблема, и поэтому это просто очередной отъем денег у населения. Я считаю, надо делиться. Правильно сделал. Людей надо выручать. Ну, я считаю, это правильно. Почему? Потому что нужно помогать людям. Думаю, что это исключительно популистское. И с финансовой, с экономической точки зрения, естественно, это нерационально. Эти деньги могли пойти нашим страдающим бабушкам, дедушкам и голодающим. Но, тем не менее, сейчас на повестке донбасский вопрос стоит как номер один. Поэтому для повышения рейтингов и всего прочего, Владимир Владимирович это было нужно сделать. Но вот он и сделал, собственно, тут так как-то. Ну, я считаю, что это отвратительно. Надо было выделить русским россиянам эти деньги. Причем тут Донбасс. А почему вы так считаете? Ну, а почему вы должны тратить деньги на людей, которые живут в другой стране? Я считаю, что это большая ошибка, что действительно деньги должны быть направлены на внутренние потребности России. А почему? Ну, потому что действительно не хватает этих денег для развития России, а не территории Донбасса. Вы предлагаете их бросить? Они вообще-то тоже русские люди. Поэтому, ребят, я из советских времен вообще-то.
Поэтому я считаю, он сделал совершенно верно. Там такие же русские люди. Причем многие имеют российское гражданство. Об этом знаете? Вы что, не знаете Путина? Все, что он делает, это в любом случае ударит в первую очередь по жителям России. В материальном плане. Ничего хорошего из этого не выйдет. Я негативно отношусь к событиям, во-первых, 2014 года, которые происходили, и негативно отношусь к ситуации, которая происходит у украинских границ сейчас. Если бы я стал президентом, я бы такого не подписывал. Так что голосуйте за меня. А почему? Ну, потому что я считаю, что если человек работает президентом, то внутренняя политика все-таки важнее, чем какие-то внешние амбиции. Бюджетом, так или иначе, собранный из граждан Российской Федерации, скорее всего, должны как-либо распоряжаться при участии граждан Российской Федерации. Соответственно, есть представители граждан Российской Федерации, они как бы сидят в Государственной Думе. Если бы все упиралось в то, что выборы были бы прозрачными, честными, полностью репрезентативными всего нашего населения, тогда вопросов бы не было к этим 5 миллиардам. А так, я думаю, найдется как минимум здравоохранение или область образования, куда бы этих 5 миллиардов лучше бы вписались. Хорошо. Если страна богатая, то она может помочь своим, так сказать, соседям, друзьям. Помогать-то надо. Мы же за Донбасс. Идея хорошая, главное, откуда взять их. Откуда их возьмут? Из зарплат. Почему? Так думаете? Ну, не знаю. Он часто так уже делал. Ну, очевидно, негативно, потому что 5 миллиардов, скорее всего, мы увидим повышение налогов или какие-нибудь еще вещи. Вот оттуда не возьмут их. Депутат Госдумы сказал, что россияне откажутся запросто от 13 зарплаты ради Донбасса. Что об этом думаете? Я откажусь, да, депутату. Может быть, у них есть там 13-14. Может быть, у них даже есть космическая станция какая-нибудь частная, по которой мы ничего не знаем. Но у нас же есть там аквадискотека и все вот это. Почему-нибудь космическая станция. Пусть отказываются от своих 13 зарплат. А с чего бы мне отказываться? Дело в том, что там нет никакой... то есть все вещи, там обострение, оно фейковое. Это показали метаданные видео и так далее. Поэтому никакого обострения нет, и отказываться ничего не нужно. Все это придуманное. А кем? Очевидно, нашими властями, которые хотят туда напасть. Они там создают обстановку, типа, как будто бы Украина нападает, а на самом деле Украина не нападает. Поэтому вот так. То есть люди, конечно, на Украине живут не очень хорошо, но с учетом того, что остальным людям России тоже нужно жить, и если говорить не только о Москве, а о остальных регионах, если вот проехать 200 километров в Москве, то там намного хуже, чем на Донбассе, ну, на самой Украине, то я считаю, что нет. Люди должны выживать. Если зарплата 25, сами понимаете, у всех ипотеки, кредиты, дети, очень тяжело. Я думаю, что Россия не потянет. Депутат этот, наверное, прежде чем сделать такие заявления, мог бы пожертвовать свою недвижимость, свои средства на счетах и так далее. И тогда он был бы большой молодец и имел бы право такие заявления делать. Ну а так как это все за чужой счет, ну, конечно, это противно, мерзко и отвратительно. Я предлагаю авторам этого предложения сначала отказаться от своих многомиллионных активов и после этого выдвигать такие предложения. Нет, не откажусь, потому что... Я знаю еще, кто такой Пушилин. А кто это? Ну, он пытается, конечно, быть таким, как Путин, но у него мало это и коряво получается. Ну, учитывая весь наш народ, я думаю, навряд ли такое реально будет. Поэтому давайте так, если это будет, как это говорится, добровольно-принудительно, тогда это другой вопрос. Вот добровольно-принудительно, я думаю, в принципе, конечно же, тогда согласятся, естественно, но в противном случае нет. Если бы зарплата была достойная профессии, например, если бы учитель получал бы 1070, я думаю, больше бы людей могли отказаться, чтобы помочь кому-то. В Трудовом кодексе при 13 зарплату почти нигде не значится. Поэтому Путин лучше прочитает Трудовой кодекс Российской Федерации. Ну, мы пенсионеры, у нас нет 13-й зарплаты. Нет, а зачем мы должны отказываться от нее? Откажутся. Ради... Депутаты-то откажутся? Нет, они не откажутся. Поэтому, наверное... Вот если они пример приведут, то тогда и мы откажемся. Вы бы отказались? Ой, вы знаете, я не буду говорить свою профессию, но нам так мало платят, и поэтому 13-я зарплата, если, конечно... Она кого-то спасет, я готов. А если так просто? Ну, если депутат Государственной Думы сам откажется от своей зарплаты какой-либо, то это его личное желание. А вы бы отказались? Я бы не отказалась.
Почему? Ну, потому что я имею право на заработанные мною деньги. Не смогу, у меня и так маленькие. У меня не такой уровень жизни, чтобы отказываться от 13-й зарплаты. Я не могу себе позволить. Ранее актер, а сейчас депутат Государственной Думы Дмитрий Певцов сказал, что сейчас перевернулись ценности с ног на голову, и молодежь, люди должны бороться не за свободу и права, а идти умирать за отечество, царя и веру. Вы пошли умирать за отечество и царя? Сразу после Дмитрия Певцова. А он пойдет? Я не думаю. Воевать за царя, за отечество? Я думаю, просто есть войны, которые позорны, когда человек нападает из-под тишка на страну, с которой их связывает даже больше, чем какие-то экономические связи и братское родство. Но вообще все военные кампании – это не очень хорошо, но есть прям однозначно ужасные нападения и эскалации, и аннексии. Нет, ну я думаю, у меня склад мышления европейский, поэтому я считаю, что все, что сейчас происходит с промыванием мозгов населения детей в том числе, потому что если мы видим милитаристскую истерию в детских садах уже раскручивают, ну это уже путь как куда-то не туда. Поэтому если он хочет, пожалуйста, я не против, это его выбор. Пускай идет на войну, умирает там. Я, мои дети, моя семья за эту страну, за эту власть умирать не будет точно. Да, если бы я жил в Российской империи, как мои предки, которые умирали за государя, я бы, естественно, пошел. Умирание, ну, когда стоит вопрос независимости государства и ее целостности, и семей, их жизни и здоровья, ну да, тогда люди идут защищать свою родину. Защищать какие-то чужие интересы – это совсем другая история. И поэтому господин Певцов мог бы взять в руки автоматы и пойти тоже поехать на Донбасс. Там действительно все эти годы царят очень плохие дела, и почему-то господин Певцов не поехал на передовую и сделает свои умозаключения и декламации громкие только на камеру. Ну, как-то это тоже очень подло и нечестно. Лично я, конечно, нет. Конечно, нет. Но у меня есть семья. Пусть депутат какой там? Певцов. Он может пойти в военкомат, записаться в эту вот армию, которая сейчас в Ростове или где там, и пойти умирать там, за что считает нужным. Почему они за нас считают, за что нам умирать? Мы не их собственность. За царя точно не пойду. За отечество пойду. Вот. Но никак не за царя и ни за что подобное. У нас по конституции не монархия, поэтому чисто гипотетически даже не за кого помирать. Я не готова ни за кого умирать. За отечество. Что мы подразумеваем под отечество? За государство, которое есть? Нет. Это он сказал, что так меняется мировоззрение молодежи, что помереть за царя, за веру? Наоборот, что мы должны помереть за... Царя, за родину, за веру? Мы нет, мы не пойдем за царя помирать. Не пойдем. Нет, ну, все в разумных пределах. Конечно, сейчас мир уже не такой, и царей-то и нет, как бы. Как бы. Да, и все-таки мы не совсем восточный у нас менталитет, азиатский, который более к этому как бы привержен. Ну, мы были раньше, да. Нет, но если грянет гром, конечно, я думаю, все пойдут. Ну, не может, за царя, естественно. Ну, за родину. За родину? За родину. Не за царя. Вот у меня два сына, например, да? Конечно, никто не хочет ни одна мать своего ребенка отдавать на войну, посылать. Но если для этого нужно будет, то, конечно, мы будем, я думаю, да, да, для своей родины, конечно, да. Будем, не знаю, молиться как-то за них, чтобы все было хорошо. А лучше, чтобы вообще ничего не было, никаких военных действий. Это был бы самый хороший исход событий. Ну, смотря какой царь был бы. Вот на данный момент, гипотетически. На данный момент не очень. Честно, если. У нас царя нету. Ну, гипотетически. Гипотетически умирать надо за родные места, если на них кто-то посягает. А идти в чужой монастырь своим уставом не надо ни за царя, ни за отечество. Это уже другое совсем.